В Якутске на месяц перекрыли улицу Кирова. С сегодняшнего дня проезд стал недоступен на участке дороги. Движение ограничили на отрезке между улицами Орджоникидзе и Паяркова. Перекрыть проезжую часть пришлось из-за работ по установке водопропускной трубы на городском канале. Работы планируют завершить к 20 декабря этого года. Вместе с тем анонсированное на сегодня открытие теплой остановки рядом с первой поликлиникой перенесено на неопределенный срок.